То есть я сейчас должна уточнить, каким временем вы располагаете. Пожалуйста, каким временем вы располагаете? У меня не больше час. Хорошо, Виталий и Константин. Тоже час. Тоже замечательно. Да, это максимум. Хорошо. Я надеюсь, что мы будем очень внимательно выслушивать друг друга, не перебивать. И у меня есть право, чтобы остановить в случае, если наш разговор, взаимное нахождение проблем, решение проблемы, ну, зайдет в суде, будем так говорить. Результаты медиации, я надеюсь, будет заключение нашего соглашения с теми вариантами, которые предложите вы, и будете добровольно исполнять. В данном случае я являюсь нейтральным лицом. Несмотря на то, что Нина Петровна ко мне обратилась, я буду поддерживать любые решения, которые окажутся для вас взаимовыгодными. Кроме того, все, что здесь происходит, конфиденциально. Я обладаю судебным статусом, поэтому вы можете не волноваться за те документы, которые будут представлены, или же, да, предположим, если вам понятно, то смогу процесс. Хотела бы задать вопрос. Мне написано, скажите, вот что случилось? Расскажите, Значит, наше кадровое агентство на рынке данных услуг уже довольно-таки давно, мы больше 5 лет работаем, и с организацией Виталия мы тоже давние и хорошие партнеры. Всегда, когда Виталий обращался к нам, в нашу организацию, в наше агентство для подбора кандидатов, мы усиленно работали, тратили на это много времени, средств, находили хороших кандидатов, и Виталий всегда был доволен нашими людьми, и много кандидатов становились его работниками и довольно успешными. Вот, и в этот раз, в последний раз, также Виталий обратился к нам за подбором специалиста по маркетингу, по-моему. Вот, и, значит, наш консультант работала, и, насколько я знаю, что 2 кандидата к Виталию в организацию были отправлены. Вот, но наш консультант связался с менеджером по персоналу Виталия, и, значит, менеджер подсказала, что ни один из кандидатов не подошел. Ну, мы расстроились, как бы думаем, ну, какая-то вышла осечка, и решили, что мы справимся и будем в дальнейшем хороших кандидатов подыскивать. Но консультант, когда пришла в организацию Виталия по другим совершенно причинам, и она увидела нашего кандидата, значит, у Виталия, и этот кандидат уже, оказывается, практически был принят на работу. Вот. Конечно, мы обескуражены таким поведением, будем говорить, таким ходом событий. Вот. И, конечно, мы бы хотели, чтобы наше дальнейшее сотрудничество продолжалось, но и все-таки за то, что наш кандидат в итоге устроил, организацию Виталия.